Второй вопрос – это безопасность проведения наших выборов. Я уже сегодня касался этого вопроса. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание. А по фактам, если есть какие-то хоть малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее насилие должны пресекаться на корню.